Росгвардейцы Карачаева-Черкесии провели мероприятие в рамках акции «Добро в детские сердца». В этот раз они посетили многодетную семью Лепшоковых, проживающую в поселке Малокурганный Карачаевского района. А встреча наполнена теплотой, в репортаже Фатимы Дауровой. Маленький домик с покосившимся от времени и погодных условий крыльцом. Фундамент, когда-то крепко удерживавший на себе всю конструкцию, тоже осел и осыпался, дал трещины. Только раритетные оконные ставни, прикрывающие прибитый к раме полиэтилен, своим ярким цветом разбавляют общую картину. Здесь живет многодетная семья Лепшоковых. Именно к ним сегодня с подарками и угощениями пришли сотрудники Росгвардии Республики. Малыши проявляли любопытство к гостям в форме и чуть настороженно стояли в стороне, наблюдая, пока ящики с продуктами складывались у порога дома. Но стоило только начать разговор, как сразу же исчезло напряжение, и детки потянулись к подаркам. Счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Цель нашей акции – принести радость детям и поделиться частичкой добра, отметила младший сержант Александра Коваленко. Управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике была инициирована акция «Добро в детские сердца». В рамках этой акции наши сотрудники посетили детские дома, детские сады, а сегодня вот мы приехали в многодетную семью. И надеемся, что эта акция станет традиционной. Росгвардейцы тепло пообщались с детьми и их родителями. Ребята рассказали, как проводят летние каникулы, как они помогают маме по хозяйству и присматривают за младшей сестрой. Разговор между офицером и подростком, который интересовался особенностями профессии гостя, получился душевным. Смешанные чувства. Я вижу, что они рады, что им понравилось. И раз им нравится, значит, и нам приятно. Рады помогать, как можем. Запомнишь нас? Невооруженным глазом видно, что условия проживания семьи оставляют желать лучшего. У хозяйки дома Павлины Каитовой порок сердца. Медицинский диагноз во многом мешает ей. Но в меру своих возможностей она старается содержать семью. Весной они сами посадили огород, а сейчас уже картошка взошла ровными рядами и радует глаз. Детки помогают маме во всех бытовых делах. Постоянно я им покупаю, что им надо, я беру. Ну, я их, как вам объяснить, то деньгами даю, попросят, то это, балую. Неожиданный приезд росгвардейцев с гостинцами разбавил размеренный день семьи Лепшоковых капелькой добра. Провожая гостей, хозяева поблагодарили их за проявленное к ним внимание, за улыбку детей. Еще и задержались у калитки, не желая прощаться и оттягивая момент отъезда. С шоколадками под мышкой соседский малыш побежал навстречу теплому летнему дню. Фатима Даурова, Олег Малхожа, Вести, Карачаево-Черкесия.